Так, ну что, продолжаем, чуваки, про Гриф РК4. Теперь у нас на очереди побег из Бругеша, DLC ФРК4 начинаем. Значит, автономно пошло. Просыпайся, Хай. Извини за юмор. В Бругеше она явно перестаралась. Но твой побег меня весьма впечатлил. Опять же, не найди я тебя так быстро, ты бы умер от холода. Эри тебя подлатал. Я не мог просто отвезти тебя к твоим друзьяшкам из Золотого Пути. Я не шутил, когда говорил про суровое посвящение. Но ты не волнуйся, Сабал и Амида знают, где ты. И ты знаешь, они достали вертолет. Все ради тебя. Ты, конечно, можешь отправиться на вертолетную площадку в любой момент, но должен предупредить. Солдаты Юмы пристально за ней наблюдают и пристрелят тебя, как только увидят. Так что вот так. Так, ну чё? Оплатил задание, чтобы получать награды и бонусы для защиты в зоне выставки. С заданием провальным вы продолжите игру, но потеряете награду. Исследуйте открытый мир, ищите трофеи, открывайте вам посты, чтобы получить более мощное оружие, очки навыков или материал для создания улучшения. У вас 30 минут, чтобы добраться до зоны выставки, выполняйте любые действия, завершите события кармы, чтобы получить дополнительное время. В случае гибели вы начнете сначала. Жестко, блядь. Лично мне кажется, перед тем, как бежать, сломя голову к границе, тебе следует... Так, ну чё, давай вот это, наверное, сразу выполним. Потом вот это. Задание, это зона высадки, блядь. Ебать. Слегка расширить свой арсенал. Соваться туда, не подготовившись... Полетели. Не лучшая мысль. А я еще столько хотел сказать. Но, с другой стороны, что может быть важнее убийств? Да, мальчик мой. Так, я уже... О, смотри, у меня прокачано уже, нихуя себе. Что это? Ага, здесь... Нет. О! Это я хотел. Короче, я тут умирал уже 6 раз, нахуй. Ну, на этот раз должно получиться. Я тут очень сильно много лазил. Скучно это все. Просто лазил, блядь, от нехуй делать. Увольнять людей так хлопотно. Нужно оплачивать отпуска, выходные пособия, бла-бла-бла-бла. Они предпочли мне юбку. Представляешь? А я им такие бонусы на прошлое Рождество раздал. Знаешь, если ты разберешься с этими двуличными тварями, я в долгу не останусь. Только вот что, пришли мне фоточки. Понимаю, приятного мало, но формальности есть формальности. Бюрократия, чтоб ее. И, кстати, шкурки им там особо не попортить. Будь проще, используй нож. О! Сейчас я быстро скажу, нормально. У нас еще трупы! Да. Пойдем, ладно, этих хуйню искать и перцев. Они захватили половину аванпостов. Готов, чувак. Гля, как он помер, ножки раздвинул. Ты
А, ну похуй. Надо было сирены выключить, блядь, я поторопился. Это похуй. Так, калаш не нужен. Блядь. Ой. Блять, встань куда-нибудь, блять. Сука ебучая. Кто его найдет, получит награду. Да. Пукай! Куда он делся? Ничего, по следу пойду. Что за... Иди, глянь. Иди. Ты что ты стоишь-то? Вроде ничего. Ебу, блядь. Что это там шумит? Где? Что, где? Там шум. Эй, ты! Нет, не надо! Надо. Барбарис. Дай бог. Пять минут бонусу, заебись. Так, давай дальше. Центры пропаганды полетели. Отлично, Джай! Я получил твои фотки. Конечно, горизонт кое-где завален. Может, тебе на курсы походить? Ну, задание ты выполнил. И я сдержу твою фотку. Твоя награда совсем рядом. Я дарю тебе крылья. Это гирокоптер. Я знаю, все детишки от них не с ума. Обратно на юг на нем не вернешься? Но здесь он тебе не раз пригодится, уж пойму. Спасибо. Плакаты, а им даже корректоров лень.
Так, а здесь еще не все, да уебано. Что еще? Еще один сраный труп. Вот теперь все. Прижмем его! Сзади, да, где-то. Олег, снаружи. А, вот он. Да? Прикрой, я его выкурю. Атакуем быстро. Я счастлив, что эти кошмарные плакаты никто никогда не увидит. Я дарю тебе слонов. Да-да, да. Слонов. Самого большого я назвал Хёрли. Он неуклюжий, но все равно няша. На том спасибо. От меня не уйдешь. Идем, блядь. Сдавайся! Быстро! Не хочу. Вперед! Ну ты откуда сюда дохуя так, блядь? Ну, давай ящик откроем. Так, а что мне нужно для патранташа, блядь, во? Леопард, блядь. Леопард надо найти. Так, а что, мы какое сейчас задание пойдем делать? Давай, обезвреживание, тигра. А, тут снайпер. Тут ничего такого нет. Мне, блядь, леопарда нужно, чтобы патронтаж не замут нормально. Ну, нахуй не пойду. Хорошо, я вам безрежу делал. Пойди, это ебучая пропаганда. О, а с какой стороны? Нормально. Там желательно где-то здесь его оставить, блядь, надо. Похоже, Юма не хочет, чтобы я общался с
своими людьми. И ее прихвостни заминировали мою любимую колокольню. Может, попытаешься их вразумить? Шучу, они тебя сразу пристрелят. Но... Я слышу. Блядь, здоровый, блядь, чувак. Нахуй. А, он с той стороны где-то, да? Чувак. А что, он даже не услышал? Иначе-то. Кто, если не я? Нашел. Ты сам пес, блядь. Говно, блядь. Пошел на. А, вот он, ёпт. Так, а где мой Хеликсон? Вот он. А мне нужны яки? Не, ну подожди, сейчас посмотрим. Сумка с патроном, леопард, леопард, крокодан, носорог, блядь. Як нужен. Два на... Подожди, мне получится да еще як да нужен. Да, еще. А. Казни заложников! Да казни хуй на них. Че ты, блядь, запрещаешь, что ли? А, там еще, кстати, молитвенный барабан есть.
Надо еще пару яков найти. Вижу. Вижу еще яков. Ванта прошла успешно. Ну. О, изготовление. Медвежья шкура одна, и леопарду нужно, блядь. Ну тут, кстати, молитвенный барабан, да, круто о нем. Раз уж так рядом. О. Так, 2 минуты к бонусу. Так, что дальше? Освобождение заложников. Окей. Полетели. Подожди, в компании получается, если вот, допустим, на линейке была циркулярная пила, в компании была циркулярная пила, значит, она, получается, должна быть и в этом. Тут, в принципе. Как вы считаете, пацаны? Мне нужна только циркулярная пила, и все. Поверить, Аджай, но иногда мои подчиненные бывают излишне старательными. Вот, например, один отряд захватил заложников, хотя я сказал им, что квота на месяц выполнена. Видимо, думали выслужиться, а на деле только взбесили меня. Ты знаешь, во сколько обходится содержание заложников? Освободи их, я прослежу, чтобы награда нашла своего героя. Блять, еще один. Ой, что-то их много. Эй, чувак. Привет. Готов. Да, развяжем, бедолах. Адвокатная функция наемника. А как вызывать? О, медведь. Ты мне как раз нужен. Шкурка, давай сюда. Что можно изготовить? Экспериментка, ладно. Еще один ящик. Здесь, наверное, да?
Спасибо. Ты спас меня. Все, да? Так, где мой хелик? Жетоны наемника. Чтобы потратить жетоны, нажмите V5 и вызвать наемника. Ебать, походу сильно мясо намечается, если не наемники. Я не понял, а где мой хеликоптер? Пропал, да? Эх, срамота, блядь. Давай вот этот захватим. Давай тут посмотрим, тут что есть. Побегаем. Осмотримся чуть-чуть. Дом старого Кейда. Дигл лежит. Да нет, дигл не надо. А вот листья пригодятся. Так, дальше смотрим. Нихуя тут не нашлось нормального. Пошли там посмотрим. Хеликоптер куда-то пропал, кстати, сука. То был, теперь нету, блин. Может, взорвали. Плюс минута, нормально. Медведь! Беги! Ух ты, блядь! Нихуя себе! Хорошо, баба подсказала вовремя. Нет, тут опять дигл, блядь. Не-не-не-не, ты что, ебанулся, нахуй мне лучше. Опять ничего интересного нету. Давай сюда. Может, там что-то интересное есть. Кстати, у нас леопардов тут нет по дороге. Не, леопардов нету. Плохо. Блять, а где же хеликоптер? Его можно же как-то вызвать или позвать, хуй его знает. Выдержал дробину, что ты? Серьезно? Серьезный перец, блядь. Ой. Не подохни. Благодарю. Не, вообще я вот, ну, по этим местам вижу, бегаю, тут есть типа пистолеты какие-то всякие, может и пулемет какой-то найдется, хотя бы ПКМ, блядь. Ну, пулемет для кучи нужен. Нет, тут какой-то револьвер редкий. Он меня интересует. Ну здесь, собственно говоря, если в ампосте, там написано тоже пистолет, то что есть. То есть какое-то оружие там имеется. Давай зайдем, захватим. Не полезут, ну их нахуй. Боже, блядь. Правда, что ли? Ох ты, ну они меня как-то обошли. Значит, обойти правда можно. Ну ладно, пойдем.
устройство, серьезно. А, они меня видели, ну ладно. Блядь, две сигнализации, это пиздец. Приближаемся к вам! Пацаны, вообще ребята, ебать. Жестоко, жестоко. Да! Где ты нахуй? А чтоб за миномет не сели, блядь. Я в сутки не могу пойти. А чё он не горит? Подожди-ка. Давай поиграем по-другому, блядь. Уй. Бежать, бежать, бежать. Срисовать минометчика. Все убито. Я здесь. Ну ладно. Сдохни. Давай, стреляй, стекло. Уеб. Пошел нахуй, сука. Мразь, блядь. Ебать, что дают, пацаны. Блядь, это еще очень повезло, что я живой остался. Очень повезло. Поэтому и надо тревогу эту всю ебучую выключать сразу нахуй, чтобы, блядь, геморроя предотвратить. Блядь. Ебать. Было жестко. Что там, где эта ебучая коробка? Что тут?
Наверху все. А где у них магазин-то? А где у них магазин вообще? Ёпта. А, вон он. Хуй заблудишься в трех соснах, нахуй. Шо у нас тут, ебать? О, пулемет, нихуя. Блять, это хорошо. Так, а на шо шо поменять? Да вот мы это, нахуй. Нормально. Вот это я понимаю, нахуй, подгон, блядь, царский. Так, ну чё, чуваки, на этом серию заканчиваемся. Всё, к сарасу, пока.